У вас прикол какой-то сейчас? Или что? Они гнались за иномаркой больше часа по всему городу. Ориентировка на угнанный автомобиль поступила экипажем ГИБДД минувшим вечером. Заметив похожий по приметам автомобиль, пытались остановить, но водитель не подчинился. Началась погоня, остановить его смогли на улице Беломорская. За рулем сидел этот 27-летний мужчина. Документов на машину и водительских прав при нем не было. Зато было алкогольное опьянение. Услышав, что машина в угоне, сделал удивленный вид. Уверял, что этот автомобиль его собственность. Это мой автомобиль. Ваш автомобиль? Конечно. А почему гнались тогда за вами? Потому что я хотел угонять от него. Но, как установили полицейские, машина принадлежит его соседу. Они стояли у подъезда. Машина стояла заведенная, с ключами, в замке зажигания. И тут нетрезвый мужчина запрыгнул в салон и уехал. Хозяин машины обратился в полицию. По данному факту в отдел полиции авиастроительной управления МВД России по городу Казани от владельца транспортного средства поступило заявление. Теперь во всех обстоятельствах будут разбираться полицейские. Мужчине за угон автомобиля грозит уголовная ответственность, но если владелец машины его простит, то дело, вероятно, можно будет закрыть в суде за примирением сторон. Кроме того, ему предстоит ответить за вождение в нетрезвом виде. Елена Саляхова, Константин Бушуев, вызов 112.